Что может быть лучше, чем 90 минут футбола на Stadium of Light? И это еще без учета компенсированного времени. Георгий Черданцев и Константин Генич вместе с вами. Давайте смотреть хороший матч. Состав команды хозяев на экране. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Состав Манчестер Юнайтед. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Душ Сантуш Авейру. Посмотрим за этой атакой. Марко Верратти. Вступает в игру вратарь, все под контролем. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Душ Сантуш Авейру. Очень интересная ситуация сложилась под конец сезона в нижней части таблицы. Да, и предсказать сейчас, кто по итогам отправится дивизионом ниже. И это удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловой ворот Манчестера. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Отличный пас. Марко Верратти. Манчестер в атаке. Нужно забивать и выходить вперед. Хорошо сыграл защитник, но все еще опасно у ворот. Харри Кейн. Может получиться интересная атака. Надо забивать! Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Душсан. Какой удар! Ударище просто! Угловой удар, мяч у Манчестера. Партнеры поддерживают эту атаку. Душ Сантуш Авейру. Не самый удачный удар, вратарь на месте. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Марко Верратти. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Это может быть опасная атака. Есть шанс. Мяч в воротах, и они вышли вперед. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? 1-0. Сейчас будет веселее. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Манчестер Юнайтед атакует. Бить можно и забивать! Марко Верратти! И мяч оказывается у голкипера.
Две минуты добавляются. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Морган Шнайдер. Минимально. Замена у Манчестер Юнайтед. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? И вот потери в центре поля. Марко Верратти. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Сыграно жестко, но в рамках правил. Манчестер идет вперед. Удар нужен! Харри Кейн! Ох, какой гол! Какой гол! Надежда, конечно, умирает последней, но, судя по табло, надежда уступающей команды уже находится в состоянии клинической смерти. Ну, мне кажется, не забивать в таких ситуациях сложнее, чем забивать. Да, мог ударить сам, а мог и сделать пас партнеру. Но главное, это все-таки результат. А мяч в ворот. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяин. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и даст Манчестеру отличный удар. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Судья показывает на угол поля. И играть еще. Свисток арбитра. Соперники Манчестер Юнайтед пробьют штрафной. Теперь в атаке соперник. Это может быть опасно. Пас в разрез очень точно. И здорово читают эту подачу защитник. Угловой. Какой момент! Нужно бить! Это момент! Гол! Угловой – это шанс. И они этим шансом воспользовались. 3-0 – это уже серьезно. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну, хотя бы немножко. 20 минут осталось играть. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Тут защита справляется с потерей мяча. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Марко Верратти. Манчестер в атаке. Где же удар? Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч Манчестер Юнайтед нарушает правила, и это штрафной. И это желтая карточка. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Марко Верратти. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку.
Те, кто ведут, похоже, не хотят, а те, кто отстают, похоже, не могут. Не думаю, что последние минуты принесут нам какую-то детективную интригу. Поль Погба. Это может быть опасно. Отлично. Ударище просто. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. У нас угловой. Эта игра рукой будет штрафной. Ну вот и все. Завершен еще один сезон чемпионата Англии. Еще один суперсезон мы с вами смотрели. Настоящий английский сезон, если позволите. Ура победителям! Самое громкое и искреннее. Борьба за победу была в каждой встрече, но по-другому в Англии, как вы понимаете, не бывает. Победители готовы к награждению. Сейчас будет вручен трофей команде, которая в этом сезоне выиграла английскую премьер-лигу. Да, это замечательный момент в жизни игроков. Сейчас они смогут поднять этот кубок над головой. И такое случается не каждый год. А кто-то за всю карьеру даже близко к этому знаменательному моменту не подходит.